Олимпиада «Безопасные дороги» стартовала для школьников с 1 по 9 класс. Соревнования проходят онлайн. Интерактивные задания разработаны для разных возрастов и разбиты на два блока. В игровой форме ты пройдешь их в два счета. Задачки Олимпиады научат тебя правильно оценивать ситуацию на дороге, помогут закрепить свои знания по правилам дорожного движения. А еще ты узнаешь, как правильно вести себя, если ты пешеход, а также если ты передвигаешься на самокате или велосипеде. Свой балл ты узнаешь сразу после выполнения заданий. В зависимости от результата ты можешь получить сертификат, грамоту или диплом. Для участия в Олимпиаде до 15 октября зарегистрируйся на сайте dorogi.uchi.ru. Для входа потребуется логин и пароль от uchi.ru. Их можно спросить у классного руководителя. Олимпиада «Безопасные дороги» проводится 4 года подряд. Более 10 миллионов школьников уже повысили свой уровень дорожной грамотности.